В Беларуси проходит акция «За безопасность вместе». Сотрудники МЧС напоминают, как избежать экстренных ситуаций. В отопительный сезон, когда риск возникновения возгорания возрастает, спасатели в первую очередь проверяют состояние печей и электрооборудования, а также исправность пожарной сигнализации. Посещают прежде всего пожилых людей и многодетные семьи. Каждый гражданин имеет право воспользоваться консультацией спасателей. Как это можно сделать? Специалист выйдет по договоренности и обследует домовладение на предмет пожарной безопасности. Обратиться можно в районное отдел по чрезвычайным ситуациям и заранее договориться о времени. С начала года только в Минской области произошло 1222 пожара. В них погибли 87 человек.